Добрый вечер. Друзья мои, это особенный человек. Никто не обладает таким шармом, такой харизмой, такой мощью, такой волей к победе, такой наполненностью, таким жизненным коньяком, не побоюсь этого слова, в венах вместо крови. Потому что она страдала, она испытывала. Это человек сложного пути, но человек, не сдавшийся на этом пути, и человек, всегда превращавший свои слабости в свои сильные стороны и продолжающий это делать. Человек, который выглядит на сцене и вокально, и физически, монументально. По сути, это сам себе памятник уже при жизни. Спасибо. Серега Ван Лав. Не знаю, вот почему-то вот Серега любимый кричал: «Вот кто должен быть на сцене! Вот она!» Я такая: «Вот она я!» И я с ним не договорила. Я, в принципе, вообще с ним не поговорила. Ну, хотелось. Наверное. Вот. Что-то, видимо, какая-то искра прошла. Великолепная. Спасибо. Честная, искренняя, чистая, мощная, сильная. Марина Барановская. Поехали. Я вступил на все и, наверное, нарежусь.